Всем привет! Сегодня у меня новинки от компании Fiore. Это 10 цветных гель-лаков. Эти гель-лаки не имеют неприятного запаха, имеют хорошую укрывистость и очень хорошо ложатся с первого слоя. И к тому же очень быстро самовыравниваются, буквально прямо на глазах. На данный момент при оплате заказа на сайте Fiore действует акция 3 плюс 1, то есть при покупке 3 гель-лаков 4 идет в подарок. А также Fiore дарят подарки в зависимости от суммы заказа. Все ссылочки на материалы я обязательно оставлю в описании под этим видео. А теперь приступаю к маникюру. Отодвигаю кутикулу апельсиновой палочкой. И затем фрезой пламя диаметром 1,8 мм, счищаю птеригий и поднимаю кутикулу. Фреза работает в направлении реверса, скорость около 15 тысяч оборотов. Счищаю кутикулу я фрезой шар диаметром 3 мм. Обезжириваю ногти. Наношу праймер. И укрепляю ногти каучуковой базой Fiore. Просушиваю. А ноготки, где будет у нас дизайн, укрепляю камуфлирующей базой. Основной цвет гель-лака мы выбрали танго под номером 028. Просушиваю, наношу матовый топ. На камуфлирующую базу выкладываю маленькие кусочки золотой патали. Затем втираю тоненький слой базы и беру вот такие сухоцветы. Покупала я их на AliExpress. Ждала примерно около месяца. Просушиваю. Затем наношу толстый слой базы, чтобы цветочки наши все утопли под ней. Просушиваю. И затем наношу глянцевый топ. И наш маникюр готов. Если вам понравилось мое видео, то ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем удачи и пока!